Ребята, всем привет! Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. И вы не поверите, здесь обновление. И мне вчера, то есть, давали подарки. И смотрите, мне выпал Фрэнк! Да! Мне выпал Фрэнк из маленького ящика. Это правда, ребят. Мне выпал Фрэнк из маленького ящика. Правда, ребят, я не шучу. Правда. Он мне выпал вчера из маленького ящика. Правда, я не шучу, правда. Да, ребята, это правда. Стоп! За столько этого дает? Могла бы это купить. Почему только это открыто? Требуется войти. Попался бы мне раз, боится все. Да, ребят, вы не поверите, он мне попался. Сейчас покажу. То есть подарок давали. Это мега ящик. Там мне ничего не попалось. Вот такие вот очки. Такой вот. И вот какой-то такой кувшин. И вот такой вот пузырь. Это мне давно уже такие шары. Ладно, он очень сильный, я сейчас вам покажу, как он играет. Он очень хорошо играет. Давайте мы... Я 5 раз выиграла с ним. Да, я с ним 5 раз выиграла. Тут у него сушок. Он танцует. Не знаю, я сейчас выиграю, но я 5 раз. Вот так. Он реально очень хорошо играет. Я когда его увидела, я думаю, как из маленького ящика такой выпадает. Ведь у него фиолетовый фон, я не знаю, что это означает. Красный фон, это значит сильный. Он фиолетовый, я не знаю, что это. По-моему, значит, ну, такой. Он эпический, по-моему. Эпический. Я не успела прочитать. Он, по-моему, эпический. Да. А, когда фиолетовый слон, он, по-моему, означает, что он эпический. Он очень сильный. Смотрите, у него как много сил. Его за один удар. Мне так много в этом месяце игроков. Вот, видите, я с ним опять выигрывала. Я с ним вообще не проигрывала, пока я с ним. А с прошлым не проигрывала. Ва, мне так сил мало. Собираюсь сил. Ой, Карл, здесь Карл. Здесь прячемся. О, все, кажется, подарки забрали. В смысле, я минус всего играла? Я наоборот больше всех играла. Сейчас прочитаю. Эпически, да. Мне очень нравится. Я о нем мечтала. Вот. Это сразу лучше. Вот, ребят, ну, я вообще не верю своим глазам, как он у меня попался. Я думала, почему моргает, в смысле? Я думала, что это дошили или гаджет, вот. Или гаджет, что-то, я думала, что дошили, это какой-то гаджет. Да, у меня только на шели гаджет попадает. Или ачивка. Но, нет, это Фрэнк. Я думала, что у меня... Ну, там, например, вот, ну, газ, да. Его можно найти хорошо, ну, или Джеки. Ну, точно не Фрэнк. Это эпический. Это вообще очень хороший, значит. Они вообще.
Вот это легендарный. Вот. Желтый, где легендарный. А вот это сейчас почитаю. Хроматический. Да, хроматический. У кого разноцветный фон. Вот, ребят. Я-то не понимаю, почему это. Я вообще не поверил своим глазам. Я не мечтала, я смотрю. Почему он такой большой? Слышь, это Фрэнк? Вон мне попался, ребят. Ребят, мы понимаем, у нас какой-нибудь значок. Я почему не знала на значке, а только этот значок. Ну, мне нравится этот значок. Мне только вот этот нравится значок. Вот этот? Вот этот? И вот этот. А, еще вот этот. И вот этот. Ну, буду я с этим значком. Нет. С этим. Ребят, я это не понимаю. Давайте мы... Одиночный или парный? Давайте парный. Парный. Ну, здесь я парный нужен, что я не увидела сама уже. Да, парный? О, тут барон. А у него красный фон, но я... На-н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 а. Тут-тут-тут. Мне его сначала так нравится, от него музыка идет, знаете? Если кто не слышал, то я вам... Да, ребята, я запуталась. Где еще игроки? Две команды свой, наши и еще чего-то. Ой, вон мой. Нет. Ну, свет. О, нет. Ну, хотя бы второе место. Вот. А я понимаю, как он делает. Ну, и не здесь давали? Хотя мне тоже это вчера дали, по-моему. Да, вчера. А, вот здесь. Здесь. Я вообще удивилась. Я вообще не понимаю, как это... Кто-нибудь дайте мне кристаллы. Это куплю. У тебя 0 из 5. Смотри, у меня 0 из 5. У меня 4. У меня 1 из 5. Ха-ха-ха, у меня роза есть вообще. Его я купить не могу. Его купить не могу. Его купить не могу. Его купить не могу. Когда он у меня будет, я смогу его купить. То есть вот этот новый скин у Джина. Этот новый скин. Ну, по-моему. Вот Лего хочу себе, Лего, это я Лего, он эпический. Я думаю, Лего, информация. Я как всегда буду последний, ну, где я? Ой, не на какой месте. Я не на какой месте. Как? Вместе? Ах, вы
Ах вы так. Муж. Юз. Я могу вывести. Где я? Дайте меня. Ах вот так. Все. Я иду играть на поле. О, вот эта девочка, вот эта, её, не помню, как зовут. Воу, у кого-то какой-то хуйня. Значит, можно привести у кого-то. Забирайте кристаллы, парень, забирайте. Подойди. На. Кристаллы мои. На. Кто мои кристаллы забрал? Кто меня стукнул? Я не пойму, кристалл кому-то побеждает. Вот так вот. Хоть. Вот того вот. Вот. Это по один. Дайте нам кристалл. Ах. Я не пойму, что это было. Я же хорошо играю. А вы вот... Хочу лего. Играю. Парень. И он сильнее Эль Примо. Я сам найду Эль Примо. Этот дурак кушает. Да, я думал, я говорил, что он классный. Нет, он тебе вкусный. Я с ним только проигрывала, ребят. Реально, я с ним только проигрывала. Вот, уже. Проиграла. Не. Давай. В смысле, я же не проигрывала. Он да. Он проигрывал. Вдруг он проигрывал, а я нет. Я тоже не хочу с тобой играть в дрог. Все, забираю свою награду. Ха-ха-ха, у меня награда есть. Ха-ха-ха, у меня награда есть. Ха-ха-ха, у меня награда есть. Мне потом дадут... Я боюсь, что ко мне там Сэм выпадет, потому что тут Сэм. Или выпадет мне. Или мне выпадет Чик. Нет, Чик не сможет. Или Пайпер. Или Нани. Или Макс. Или Атара. Или Мистер Пи. Или Мартис. Или Бонни. Или Спайк. Или Сквик. Или Ампер. Или Леон. Или Мэг. Или Вальд. Или Калет. Или Лу. Или Гас. Или Бэйв, или Бат, или Эш, или Ева, или Лола, или Джанет, или Одис, или Сэм. Ну, кого я хочу. Не вот я тебе лучше, я вообще за тебя почти не играла. Я меньше всего, я только не играю. Не знаю. Потом поиграем за Пока. Потом опять за...
Эль Приму. Ой, не за Эль Приму, а как там за Фрэнком? Ну, кот Карл. Но сильнее Карла. Мне подсут. И маленький Пока. Жалко за... Ага, Карл заиграл. Я буду с Фрэнком играть только. Пока не выпадет кто-нибудь другой. Ну не только за Фрэнком, но что-то есть. О! Сильняшки у нас. У меня молот есть, ха-ха-ха. Я что-то пью. Давай, на! Ребят, что это? Чему мой напарник? А, в смысле? На. В смысле? Я же играла лучше его. Сейчас снова хочу. С ним он хороший напарник. Идем. Че? Где со мной играть? Значит, идем. Он, наверное, думает, вот это мага, наверное, есть все. И Джанет, и Сэм, и Отис, и Фрэнк. Наверное, Фрэнк играет. Наверное, еще. Я в первый раз проиграл. Не хочу теперь играть. Не хочу. Ты проиграл. Ой, что это? Пора разблокировать. Да, сейчас это... В смысле? Хотела это посмотреть. Все, мне там выпадает. О! Карл? Ребят! У меня так много новых бойцов, уже Карл есть. Карл есть. Целых два новых бойца. Вот. Ребят, открыл. Мега ящик меня спасает. И маленький ящик. Два Карла. Чего у него? А, это Джеки. Потому что это Карл. Я Карл. Ребят, я так удивился, я думал, что это что-то для Шелли. Вот мне везет. Этот Хэллоуин самый лучший в Бравл Старсе.
Кстати, ребят, в Brawl Stars даже картинка поменялась. Там привидешка, заметь, что чья-то пушка. Давай, Джек. Что, что ты так ревёшь, Джека? И? У них каски вообще так похожи на ребят. Хи-хи, привидешка. Нет, ты куда? Нет, съел моего напарника своим медведем. Да, слышь, я же играла. Силу использовали. Мне не кубков не дали. Хочу вот это. Вот это, ой, я наверняка до 40 дает. Меня... Не хочу. Почему именно акции со значками? Почему именно... Это он. Ребят, нет. Мне повезло. Два, три. Вот он... Он? И он. С ним будет. Мне больше нравится. И вообще. Я не знаю, что это. Ребят, у меня монтаж, правда. Я не умею рисовать бравлеров. Я на футболке красками рисовал Спайка. У него глаза. Какие-то прям не похожи. И эти рубашки вот эти вообще не смогла я нарисовать. Это рубашки. Даже их не рисовала, я не смогу. Да, ребят, я бы не смогла так рисовать. Не монтаж. Я не знаю, как вообще монтаж делать. Только знаю, как музыку ставить и свалики. А больше все, не знаю. Иногда эту музыку я делаю на видео, а иногда я ее ставлю на колонки. Не хочу с тобой играть. Господи. Это очень странно. Почему так пытается пойти? Ребят, пишите свои комментарии, если вам в маленьком ящике кто-то попадался или вообще Сэм. Скажите в комментариях. Мне очень интересно. Ну, или просто пишите просто комментарий. Как хотите. Как пробрал. Что он сказал? А можете просто такой комментарий написать хорошенький. Классненький. Чтобы я вам сердечко поставила. И лайк. И кто мне пишет подписаться на ваш канал, я на вас подписываюсь реально. Я одна девочка говорила, подпишись мне на канал, и я подписалась реально. Две команды наши и чья-то. Дерево мне бы занять такая, если лучше. Белый я был бы лучше. Белый я. Ребят.
Я думал, что мне уже переходить тут-то. Видео. На этом всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пока!